Ребятушки, всем здравствуйте, Павел Сидич, сегодня такой бритенький. Ха-ха-ха, меня побрили вчера на стриме. Ну, в смысле, это за деньги, ребят, я же знаю. Так, ребят, приехал в детский дом, привез им гостинцев. Тут взял тоже пожать бомжиком. Спасибо огромное. Так, Кристине Матвеевой и Андрею Игоревичу. Да вообще всем, ребятушки, спасибо огромное, кто помогает от души. Это бомжиком я пакетики взял там. Светку сегодня буду заселять. Квартиру сняли. Там бы чего у них с Рэмбо не было, но, ребятушки, как бы Светки все равно денежки переводят. Я ей квартиру сниму, там пожатие дам. Ну, что, пускай живет. Бульдога надо найти, ребят. Вчера на стрим ездил, вчера Северный красавчик оплатил стрим. Ездил. Типа, я сегодня не поеду, ребятушки, не надо ехать, Светка ждет. Бульдогу уже не видел, бульдогу надо тоже заслать. Может, Рыжика я найду. Ну, поезжу сегодня, посмотрю. Сейчас, ребятушки, передадим. Расскажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Детишкам. Все. Спасибо огромное вам. До свидания. Вот. Стримчан еще. Там, ребятушки, я на стриме рассказывал, ну, кто не смотрит стрим, я объясню. Рэмбо сказал, типа, Пашка, у которого хозяин квартиры, сказал, живи мне бесплатно. Я говорю, ну, живи, я-то платить за тебя не собираюсь, потому что за Светку-то не я плачу, за нее платят. И все, а за тебя, по-моему, будет хуй. Мне Паха сказал, говорит, бесплатно. Я говорю, ну, блядь, ради бога. Вчера Пашка звонит. Паша, ты что, можешь за квартиру перевести, там надо деньги? Я говорю, Паха, в смысле? Я перевести. Я за Рэмбо платить не собираюсь. Он сказал, что ты бесплатно будешь его жить. Да ну нахуй, что он пиздит. Короче, Рэмбо наебал там, нахуй. Ну это хуйня. Алис бывало вчера заплатил за месяц за хату. Сказал, пускай, ну он больше дал денег. Но пока за месяц заплатили Пашке. Пашка все там довольный. Он сказал, если Рэмбо за месяц хоть что-то сдвинется там с ремонтом, он дальше заплатит. Ну как бы я ему заплачу, он денег кинул. Фу, бля, ребяшки, это сейчас я не могу. Фух. Вот такие дела, ребяшки, подустал немножко. Ну с утра всегда так, ребят. Когда пивка немножко попьешь, и тяжело становится. Возраст взять уже. Ну, в общем так, Рэмбо заплатили за месяц. Будем смотреть, будем, как говорится, посмотреть. Если он за хату будет делать, тогда там еще заплачу. Бывало, скинул денег. Бывало, ему тоже спасибо огромное от души. Ребятушки, вообще всем спасибо. Огромное. От души, ребятушки. Балу, тебя с возвращением. Виктор Гуд, паскудник, ты где пропадаешь-то, блядь? Вроде приехал, нахуй. Ну, все равно, ребят, всех люблю, всех уважаю. Поехали, ребятушки, сейчас Светку заберем. А сейчас машину перекину, пятерочку. Потому что, ну, бля, я хотел на своей ехать, а хуй там надо Светку возить. Ее пока дождешься, хуй. Квартиру заселим, и бульдога поищем. Максимка что-то трубку не берет, ребятушки, телефон где-то проебал. Недоступен, нахуй. С вами подрались, может, на работу все, дай бог. Ну, как бы так, хотел, думал, блядь, его свозить на кладбище к рублю. Сегодня момент такой, блядь, думал, свозить его на кладбище к рублю. Ну, хуй. Не дозвонится, значит, что, как говорится. Ну все, ребята, едем в далекие края. Бля, ребятушки, приехал, Возбес, блядь, звонит, блядь, Нинка, блядь, она, дед Наташку избивает. А, блядь, где она? У нас. Так не открывайте деду нахуй, ёпта мать, сколько раз я говорю, съебись от него. Она, сука, сама к нему тащится, блядь, пизды получает, нахуй. Дед там быкует что-то, пьяная-то. Я говорю, я вам хули сделаю-то. А что мне делать, блядь? Я говорю, ну нихуя, а что, блядь? Съебывайся, иди как к Светке, пока живи, нахуй. Ёбнет, заебали нахуй, как эти, без меня нихуя, что я, бля, говорю, сделаю? Рэмбо, говорю, дай ему деду пизды немножко, нахуй, я разрешаю, он говорит, ладно, хорошо, блядь, как эти, по всякой хуйне звонят мне. Ладно, ребят, еду до Ваганчика, нахуй, может, Ваганчик здесь, заберу его, нахуй, и, блядь, будет заебись. Так, ребяшки, опять чуть пары, блядь, не забыл, нахуй. Что, опять, блядь, ждал бы тут, нахуй. Мы пришли к Ваганчику, у Ваганчика дверь приоткрыта, нахуй. Ваган! О, Ваган здесь чистенько, ребятушки. Рыжий! Ну, Вагана нету. Ладно, поедем, поискаем сейчас. Чистенько, видите, прибирается, ребят, блядь, я не понимаю. Смотрите, сантехник, заходи закрывать. Ладно, у них грязь, блядь, была бы там. Вот кто если грязь разводит, то закрывать. А если, блядь, чистенько, нахуй закрывать, то пускай живут. Холода, ёб твою мать. Вам же не жалко, не у вас же дома живут, пускай живут там. Просто сделать им это. Ультиматум нахуй поставить. Засрешь нахуй. Пошел нахуй, закроем. И все, они будут там, блядь, чистенько прибираться на. Пускай живут, что тут, блядь. Ладно, ребят, едем.
Сейчас поедем, поискаем, может, бульдога найдем, блядь. Блядь, если тоже позвонили, мне сейчас какая-то нахуй Наташку избивает, блядь. А то ёбнутая, блядь, все живет у него, нет, блядь, съебаться. Я говорю, съебывайся, нахуй. Иди к Светке, Светке квартиру сними, поживи у Светки. Хули, дед, блядь, все равно пенсию потом быстро проебет, нахуй, не заплатит за хату. Ладно, друзья мои, едем, нахуй. Ребятушки, подъезжаю к трубам, нахуй, Светка меня должна ждать, нахуй. Она ждет. Вот, ребятушки, вот это я понимаю, Светланка, блядь, ждет Павла Васильевича, нахуй, ждет. Молодец, ребятушки, блядь, вот паскудница. За это она, блядь, получит пакет жрачки, нахуй, и квартиру, тачку, нахуй. Стоит, нахуй. Светка мечется. Иди, зайди с той стороны, нахуй. А? А что здесь, с кем надо-то, блядь? А? Рассказывай, блядь, 5 писька сосала, блядь. Не сосала сегодня? Точно? Да. Иди с той стороны садись. Поехали. Не-не-не, да. А с кем ты? Слава, он ушел. Я тебе, блядь, квартиру пошли заселять, блядь, мне хули Слава-то? Да, подожди, блядь. Писька покурить можешь, блядь. Ты че, блядь, зачем письку сосала, блядь? Рэмбо сказал, блядь. Чего нет, блядь? Чего он а? На! Тогда будьте здесь, я поехал. Бульдога видел, нет кого-нибудь? Нет. Никого не видел? Родион-то. Нахуй мне Родион-то, блядь. Он с нами ушел, гуляет. Да мне нахуй Родион-то. Тогда тусуйте здесь, я поеду съезжу, потом приеду за тобой. Давай. И че, вы с ним будете защищаться, что ли? У него квартира же есть, нахуй он тебе нужен-то? Ну я... Че мозга-то ебешь? Нахуй он тебе нужен? Поехали, ёптать. Нет, надо его подождать. Ну все, жди меня здесь, поняла? Никуда не уходи. Ладно. Я сейчас езжу туда-сюда и приеду, поняла? Ладно. Ты слышала меня? Да. Уйдешь, квартиру проебешь, я тебе, блядь, не буду больше есть. Ну. Давай. Блядь, Светка, паскуда нахуй. Немцы же, у немца своя квартира, блядь, еб твою мать. Сука. Ох, как ремень, ребятушки, потянуть бы ремешок-то не мешало бы. Ну ладно, потянем нахуй. Ладно, ребят, поехали, поищем бульдога, может, Рыжика что найдем. Не знаю, что она хочет, она его жать. Ха, с ним, блядь, ебанашка, блядь. Хули. Так что, как-то так, нахуй. Что подъехал, Светка решил подождать. Здорово, Славка! Здорово, Пак. Он же немец, блядь. А почему немец? А знаешь, из-за чего? Здорово. Это... Короче, в детях-то, когда еще ходили, мы же в войну играли. А, все понял. Все же за русских. Я говорю, хрен на вас, я буду немцем. Сильфурна? И все, и мне вот этот, как говорится, это, ну, кликуха-то и прикрепилась. Ну что, Светка, ты едешь в квартиру или что? Ну, на, я же. Ну, на, я тебе же подал. Ну, а что ты, блядь? Да я квартиру не снял, на квартиру ехать. Ну она что, вчера мне что-то говорила. А ты что, ты у тебя квартира же есть? Да. А. Я вот по проспекту прописан, 30/1. Ну где это, 7-е кольцо. Ну тогда садись, а ты, я пойду сейчас их заселю, ее ключи дам ей, а потом съедете с ней, да и все. Ну сам... она мне брякнет. Но, садись, иди нахуй, Светка. Ну ёб твою мать, дай ему сигареты немножко. Ты, блядь, не Светка, блядь, а пизда, блядь, ну. Дай ему сигареты, Светка. Блин, там что, собака, блин, домой не пришла? Ну, если что, мне это, позвонишь. Ну, но. А? Ну, но. А ты дойдешь? Да. Не, она-то. Дойдет. Блин, да что? Дайте мне 3 штучки, больше да, мне да возьми надо. Больше, хули ты ее, блядь. Ты же войну устроишь нам, нахуй, немецкую, блядь. Фашистскую, блядь. Ну, ладно, позвонишь. Я давай сейчас я заселю ее, да. Но. Она потом... позвонит и это, придет ко мне. Да? Ну все, Светка, иди садись давай. Садись. Дай ему прикурить ей еще. Светка, блядь, ёб твою мать. Славка, чирки писька бички, дай ей спичку, блядь, нахуй, заебало. И садись с той стороны, блядь. А вот ты что-то на другой машине. Да хули у меня машина, как говна не резала, нахуй. Миллионер. С той стороны иди, блядь, не ко мне, вот сюда. Сука, хочешь ко мне на колени сесть, паскудница, блядь. Ну все, сейчас Славка я заселю, потом сами созвонитесь. У тебя же цифры-то есть? А? У тебя цифры-то есть? Да, да, да. Ну все, она знает, да, позвонит? Да, знает. Ну все, давай, если что. Пай. Давай. Все, села. Все, ребятушки, поедем сейчас нахуй. Светланку заселим нахуй. А поначалу поедем, поищем, может кого найдем нахуй. Вот, сука, Светка. Светка, ну ты хоть рада, что в квартиру будешь жить сейчас?
Вот ты, блядь, сама опять пустишь Рэмбо нахуй, и потом пеняй на себя нахуй. Хотя, хотя Рэмбо там будет жить нахуй. А? Никого не пущу. Ну смотри нахуй. Поебаться найдешь, где, блядь, сходишь, где ты, там поебутся. Поебешь и хули ты. Правильно? Че, блядь? Сейчас Пашка придет, блядь, голодный нахуй. Да? Сейчас, ребяшки, к Андрюшке заедем нахуй, он должен меня ждать, блядь, паскудник нахуй. Колясочник, Андрюха. Он сейчас не колясочник, ребятушки, он сейчас стульщик. Он сейчас на стуле должен сидеть, нахуй. Вот, сука, паскудник. Нету его, нахуй, ну покатался я сегодня, нахуй, уехал куда-то, сука. Ладно, ребятушки, едем дальше. Едем бульдога искать, ребят. Ребятушки, подъехали к Рыжику, нахуй. Рыжика тут нету, нахуй. Ладно, езжаем, нахуй, дальше. Сейчас, ребятушки, помытаемся все равно Рыжика поискать, паскудника. Или Рыжика, или бульдога, нахуй. Хули, где они, паскудники? Бульдог, чего после больницы как написать, так и не звонит мне нахуй. Обиделся, наверное, на меня. Ребятушки, Максимке дозвонился. Он, блядь, болеет нахуй, у него по температуре 39. Я говорю, хоть выйди нахуй, я тебе немножко денежку нам сейчас выйдет, ребят. Ребятушки, подъехал, сейчас Максимка выйдет. Дам ему денежку немножко, хули, пускай хоть лекарства маленько сходит. Парничка болеет нахуй. А вон, ребятушки, хе-хе, блядь. Синячком. Лампочка Ильича. Че, пизделятора получил от Рэмбо? А? С Рэмбо подрались? Да, с Рэмбо. Сука, не победил нахуй никто. А? Ты же, бля, на, тебе денежку. На тебе пузырёчек. Давай, лечись, не пей тогда пока. Все нормально? Блядь, пиздец, трясёт. Как мандавошка? Я не пил нахуй, блядь, с понедельника. Вот последний раз с Рэмбо буханули, побились нахуй. Не, так ага, ну и че? Все нахуй, блядь, пиздец. Он меня еще и на такси отправил. Не, не он, а они тебя отправили нахуй. Они меня отправили, короче. Ладно, иди, выздоравливай, да, набирайся. А, давай, всем привет. Все, давай, всем скажи. Давай. Привет, нахуй. Всем привет. Скажи, блядь, северный бывалый, нахуй, Балу. Северный бывалый, Балу, всем привет, нахуй. Все, давай, поехали. Макса. Давай, иди, выздоравливай. Давай. Давай. Бля, ребяшки, напишите, нахуй я ему пузырь дал. Я сам уже думаю, нахуй я ему пузырь дал. Ну, блядь, уж поздно, нахуй, сейчас, хули. Да, Светка? Выздоровеет, выпьет. Хули. Ладно, ребята, я не знаю, хули, едем, блядь, поискаем, нахуй, сейчас, я не знаю, блядь. Светка, где может быть рыжий-то, нахуй? Хули на этого рыжего. Светка, окошко закрывает, ты что, улицу греешь, блядь? То, блядь, курит, не откроет, то, блядь, откроет, не закрывает, нахуй. Хуй поймешь, Светка. Ладно, ребят, поехали Светку, нахуй, сейчас до Рыжего видим, что там посмотрим, если нету его. Поедем Светку заселять и в пизду это, нахуй. Как говорится, в пизду друзей, в пизду подруг, нахуй. Посмотрим, чем Светка там будет, блядь. Хули, блядь. Буду их искать, пускай сами меня ищут, нахуй. Ребятушки, Андрюшка позвонил, колясочник, нахуй. Я говорю, уходи, поедем, прокатаемся, хули дома сидит. Поедем сейчас, блядь, вернулся, нахуй. Не знаю, где он, паскудник, нахуй. Это, блядь, что, не ушел, что ли, ёб твою мать? Вот паскудник, я говорю. А? Чем, блядь? Сисни ему, нахуй. Светка сидит и не умеет, нахуй. У него рот сейчас не для этого, да, Светка? Не для свистов, нахуй. Светка, да ладно, хули ты. Скажи, ну и хули, ебать. Хули он пиздит. Кто пиздит? Да не он пиздит, то ему сказали, он там, блядь, он говорит, я, когда я тебя видел, блядь, вышел, ты, блядь, это... Сперму отсюда вытирала, блядь. Дед с Танькой рассказывали, они прямо... Дед говорит, зашел в туалет, там тебе ебли, блядь. Танька говорит, ей в рот давал один, блядь. Хули, не Рэмбо же, причем есть Рэмбо-то, нахуй. Рэмбо просто... Блядь, ну не было, блядь. Че? Ты тоже хули пьяный везде ходишь-то, слындаешь. Жопа-то чуть ли не имется, блядь. Сидела бы, нахуй, все. Катится нахуй. Во, во, воротом подъезжает. Он же, ребятушки, не колясочник нахуй. Он же стульчик не нахуй. Опа, нахуй, а подкатится, блядь. Да, ребятушки, дверь сейчас ему откроем нахуй. Опа. Карета подана, сударь. Тебе, блядь, на санки нахуй. Давай,
Давай ковыляй потихонечку. У тебя стул-то потом не пизнут хоть? Давай. Доедешь, нет хоть? Верной дорогой катитесь, товарищ. Видите, ляшки, вы, блин, вот так вот нахуй, Андрюшка, блин. Тихо-тихо, там забуксовал, блин, сейчас пизанет. Опа. Хайся, все. Да все, уже потихонечку пиздуй нахуй. На четырех костях, нахуй. Усатый, блядь. Таракан. Видите, ляшки, прямо к машине подъехал, нахуй. Блин. Сука. Пошли. Ты пошли. Чё? Где? Где? Блин, вот она, здесь. Сейчас, говорит, я Андрюхе писькал сосуд, говорит, нахуй. Эти, блядь, все, нахуй, пристегивайся, Андрюха, здорово. Ребятки, хоть Андрюшку покатаем сейчас, блядь. Да, Светка, жилье и наши сейчас, Светки, пойдем заселять ее, нахуй. Все, нахуй, стул, иди, нахуй. Все, ребятушки, блядь. Андрюха, нахуй, в машине, нахуй. Светка, ты хоть узнаешь его, нет? Да, потому что не узнала, блядь. Он сейчас с усами усики-то отпустил. Точно пропуск к Светке в трусики, блядь. Как я вчера с усами ходил. Ты сейчас смотрел? Да. Я говорю, сейчас, Андрюха, ты не колясочник нихуя, ты сейчас стульчик нахуй. На стульчике гоняешь. А где у тебя коляска, проебал, что ли, или что? Да. Не достаешь просто ее? Ну, законсервировал ее, нахуй. Да. До лета, нахуй. Блядь, молодец. Ну, поехали прокатить еще хоть немножко, блядь. Че, да. Че, я потом привезу тебя обратно, хоть. Сейчас Светку заселим. Ну, блядь, нахуй, Андрюха все есть, нахуй. Сейчас Андрюха хаяс, блядь. Два неловких оборота, нахуй, Светка минет делает, нахуй. Он меня раком боебует. Вот, сука, Андрюха, разорвай. Как только услышал, что Светка со мной. Заезжай за мной, блядь. Нет, блядь. Она не видит, ты, блядь, показывай, нахуй. Ей там уже, блядь. Ребятушки, вы на Светку-то ошибка-то не гоните. Она, может, блядь, думала, что ей сигаретку дают, нахуй. Она просто же не видит, а эти ублюдки воспользовались ей, да, Светка? С ее, блядь, незрячестью, нахуй. Да. Да и вообще, ребятушки, похуй, че? Я думаю, сейчас ноги и письки бабы сосут, нахуй. Ну, не все. Да? Так что, ребятушки, ну хули делать? У иностранцев это называется, блядь, муниет, нахуй. Так что, блядь, нихуя страшного, нахуй. Ладно, друзья мои, едем, сейчас я Светку заселю, нахуй. С Андрюшкой прокатимся, нахуй. Андрюшку на кладбище свожу, нахуй. У меня лопата там есть, нахуй. Выкопаю ему могилку, положу его, нахуй. Хули ему таскаться, нахуй. Yeah. Да не, ребятки, надо к мамке мне съездить. Что-то мамка, говорю, снится мне два дня, снялась подряд, нахуй, надо съездить. А что, Андрюшка хоть покатается, вон водочку попьет, нахуй. Что ему, блядь? Сегодня. Там есть только вторая бутылочка. Доставай, конечно. Где я вчера? Пил? Ой. Нихуя себе, блядь, паскудник, блядь. Алкоголик. Нет, вторая, говорю, это пустая. Вот сука, блядь. Еще и с пустой пить не хочет, надо. Максимка хули заболел, нахуй. Ну, еб. От тромбоза пизды получил, нахуй. Синяком. Че, бульдог это... А, так нет, где видит? Ты сейчас никуда не уезжаешь, так пока. Сейчас пока... Все, там, блядь, курит, блядь. Вот паскудится, нахуй. Блядь. Открыла? Ну, ладно, блядь. Ладно, ребята, едем, нахуй. Друзья мои, забыл сказать-то. У меня сегодня задача была, приехал сюда, я же не хотел ехать, но мне Светку надо заселить, ляшки. Так что ничего страшного, кого не нашел, да похуй. Самое главное, я Светку заселил, нахуй. И все, у меня задача была первоначально заселить Светку в квартиру. А там уже похуй. А может мы и посмотрим, ребятушки, может мы с Андрюхой заедем к Рэмбосу, нахуй. Посмотрим, что там дед пиздит, нахуй. Андрюхе, наверное, не подняться туда, нахуй, уже. Не поднимешься? Сука, придется ему ползти, нахуй. Как червячком, нахуй. Ну, в машине посидишь, я скажу. Знаешь, я скажу, посмотрю, что там дедушка выступает, нахуй. Наругаю дедушку, нахуй. Че он Наташку-то пиздит? Не по понятиям, нахуй. Сетку привез. Подожди, Сетка, пакет-то, жачка-то возьмешь. Ребятушки, соседка поговорил, сейчас до Наташки съезжу, скажу. Сетка, говорит, пускай... Надо. Мне нужен не крема. Сейчас пойдешь, что ли? Ну, надо пингу забрать. А? Пингу забрать. Так, держи жачку. Пингу забрать. А сейчас что ли пить? Тебе нахуй прям потом сходишь и заберешь. Прямо сейчас тебе надо что-то сделать. Бери пачку сигарет. Пошли. Пошли, я тебе покажу. Ты помнишь, где дед живет? Да. Ну, пошли. На. Пошли, блядь. Сейчас, ребятушки, ее заселим на и поедем, до них доедем. Распосим. Ты этаж-то помнишь какой?
Ключи одни, смотри, не потеряй, блядь. Ну, тебе диван потом поднимешь на. Заберешь его. Не торопись, блядь. Ну там на пятом уже никакой страшный. Да? Меньше подниматься тебе. На этаж меньше. Привет. Значит, сюда ребятушки ехали, полиция стоит там, автозак, что-то с наручниками, какой-то ментов, такой ДП. Не знаю, что они там. Бля, будет. Кого-то видите, ребятушки. Кого-то посадили, то ли что. Сейчас, может, заеду, все равно посмотрю, что там где-то творится. Бес старый, блядь. Сетка полная, все, нахуй. Выходи, не бойся, выходи, не плачь, говорит, нахуй. Так. О. Блядь. Нихуя себе. А, о. Дверь закрывается. Ха! Я говорю, тебе кайф, нахуй. Сейчас. Сетка. Нет, что, сетка? Ну света пока нету. Он стал сделать одна. Ну все. А? Когда? Ну в понедельник надо. На, держи ключ. В тепле, да? Курить будешь, хоть окошечко открывай, слышишь? Ага. Все, Света, теперь твоя квартира, поняла? Ага. Все. Сосиски вон на окошко положь там. Давай, сейчас Наташке пойду, скажу, может придет. Пускай она хоть здесь караулит, ты будешь гулять, да хоть она. А все весь повеселее будет, пока паха не сводится. Да? Угу. Ну что ты как грустный, это не нравится? Ну, блин, нужно брать. Кого? Блин. А у тебя Рома сейчас записи там еще, нет? Не знаю. Не знаю. Ну пойдем, сейчас поднимешься, ты заберешь и пойдешь туда, да? Ну. Закрой эту дверь. Пошли, я уж тебе ему не дам тебя пиздить. Пошли. Пяшки. Дверь закрывай сейчас сама. Вот это, открывай. Ладно, ребят, сейчас включи. Уже пробуй сама хоть. Блять, все кто-то знает. Все. Ну все, дальше. Ты прям оттуда пешком пойдешь, не найдешь? Да. Я тебе прям не смогу тебя довести, потому что... А с Наташкой дойдете, да? Ну все, ребятушки. Потому что, ребят, у нас одностороннее движение, я прям не смогу